Так вот он какой, остров храма. Да, Сарев. Наш лагерь расположен на дальней стороне. Нам повезло. На острове много злобных орков, да и гоблинов. Храм представляет собой переплетение туннелей. Увы, их ненависть оправдана. Маги сотворили орков во времена войн Кровавой Луны, смешав кровь демона и человеческую плоть. Их жизнь ни во что не стоит. Они не будут рады нашему появлению. Орков на берегу не видно, миледи. Надеюсь, нам удастся остаться незамеченными, хотя они рьяно сторожат храм. Ну же, храм. Идем со мной! Человек ранен. Помогите ему. Сию минуту, миледи. Что здесь произошло? Орки. Они пришли из храма. Мы вынуждены были отступить. Они заблокировали вход. Некоторые из наших остались внутри. Они говорили, что видели Паукая. Паукая. Паукай? Он еще и бредит. Пожалуйста, Саров, идем со мной. Боюсь, нам предстоит сражаться. Что такое Паукай? Падший дракон. Они не живут в этих краях. Илов, сохрани нас, если это не так. Идем. Войны, охотники, королева пауков явила свою волю. Воры и приспешники демонов не должны осквернить ее святилище. Помните свои клятвы, помните наших предков. За наш клан, за наш род. Готовься к смерти.
Как сильно! Орки убьют человека! Пробраться внутрь. Нам сюда, но рычаг сломан. Если я взорву решетку, грохот разнесется по всему острову. Быть может, есть подземный туннель, по которому нам удастся пройти. Надеюсь, здесь можно пройти. Ах, наконец-то мы наедине. Здесь должен быть какой-нибудь рычаг.
Мерзкие твари. И к тому же голодные. Плохо научился убивать, а? Ему лук уже не понадобится. Возьми его. Уверена, он еще пригодится. Решетку, скажем, цепь. Thank you.
Идем ко входу. Вон он! На горизонте! Нужно спрятаться! Скорее! Спасайтесь, миледи! Я задержу его! Терган, не надо! Ты с ним не справишься! Пригнитесь! Он извергает молнии! Терган, нет! Славу себе! Ничего себе! Придется все время быть настороже. Если он нагонит нас, мы погибли. Бедный Терган. Он был хорошим магом и преданным другом моего дяди. Скоро ты пойдешь на уголь. Праздник солнцеворота. Шорг свяжет новую шапку для праздника. Шоргу сделает новую куртку. Из чего Шоргу сделает новую куртку? Шоргу не обманет. Новую куртку из паука. Поменяйте стрелы, а шкуру. Человек чудовище. Чужак не уйдет. Драконом вы здесь. Орки вошли в храм. Нас было слишком мало, чтобы дать им отпор. Пришлось отступить. Я рада, что ты жив, Дункан, когда столь многие погибли. Этот воин Саров, ученик Фенрига, мы встретились в Стоунхелме, и он уже дважды спас нам жизнь. Тогда я вдвойне рад, что он здесь. Достойный воин не бывает лишним. Он очень достойный воин, Дункан. Разве мы не за черепом приехали, милый? Ну, довольно разговоров. Рантир следует за нами по пятам. В Стоунхелме есть и другие корабли. Дункан, ты останешься защищать судно. Мы с Сарафом отправимся за черепом. Готовься отплыть, как только мы вернемся. Как прикажете, да прибудет с вами Илов! Нравится мне все это. Орки запечатали храм.
Нам придется потрудиться, чтобы вновь его открыть. Говорит «мы», подразумевает «ты». Не очень-то она честна. Надеюсь, ты сможешь провести нас внутрь. Удачи. Помнишь, ты нашел замечательный лук? Думаю, нам нужно подняться наверх. Помнишь, ты нашел замечательный лук? Позови, если понадобится. Как мило с ее стороны уступить нам всю грязную работу. Вот он. Прекрасен, не правда ли? Тонко подмечено. Дядя сказал, что череп теней скрыт в гробнице за вратами. Если поместить кристалл в центре храма, она откроется. Но это займет много времени. Там установлена сложная магическая защита. Этот коридор ведет в центральный зал храма. Туда-то и надо отнести кристалл. Мне нужно время, чтобы подготовить ритуал. Поторопись, мне бы не хотелось надолго оставаться одной. Здесь достаточно безопасно. С тобой мне было бы спокойнее, но придется остаться тут. Поспеши. Ой, маленькая колдунья боится темноты. Хотелось бы мне оставлять ее одну. Тут полно орков, да еще и Арантир. Без нее мне не войти в гробницу. Ты настоящий джентльмен. Thank you.
Какая прелесть! Стадо гоблинов. Я не хотела бы оказаться рядом, когда эта колонна упадет. Кто тебя так воспитывал? Ты здесь всего 5 минут, а уже успел ползала разрушить. Не забывай, нам еще предстоит победить Паукая. Ургыш его знает как. Я совсем забыл о нем. Что ж, всему свое время. Едва не погибли. Постарайся впредь быть осторожнее. Договорились? Да, тут не соскучишься. Ну и что на этот раз?
Мне очень жаль. Я добрался туда, но проклятые гоблины захлопнули передо мной решетку. Есть другой путь. Он более сложный. Я открою проход, но не знаю, какие препятствия могут ждать тебя на пути. Знаешь, будь я на ее месте, уж я бы как следует отблагодарила тебя. Думаю, получилось. Должно было получиться. Поспеши, мне нужно подготовить ритуал. Антир будет здесь с минуты на минуту. И еще, Сарев, я... Удачи. И не поцелуешь на прощание? Торопись, возможно, времени у нас уже не осталось. Thank you.
Следи за стенами, Сарев. Пауки могут появиться откуда угодно. Ты нашел замечательный лук. Thank you.
сказала тебе, что... Нет, не сейчас. Нас могут подслушивать. Череп нужен вовсе не для того, для чего ты думаешь. Забудь Лину. Я все тебе расскажу, когда придет время. Thank you.
Моя есть орка. Зим глупый, страшный, подлый, но Зим быть моя кузина. Орка есть гоблин, гоблин есть орка. Моя уже пробовать. Гринг, дать мне обе печенки, чтобы моя стать. Моя думать. Твоя помнить, но... Как так? Не печен?
его сейчас убить моя!